Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Как отделаться от парня за 10 дней? Правила съема. Метод Хитча. Алекс Хитч Хитченс – легендарный нью-йоркский доктор Сват. Множеству мужчин он помог добиться взаимности, от женщин их мечты. Хитч не бескорыстен, он получает за свою работу гонорар, но предусмотрительно хранит в тайне свой способ зарабатывать на жизнь. Новый клиент Хитча – Альберт, робкий бухгалтер, без ума влюбленный в ламурную звезду Аллегру Коул. Для Хитча этот случай должен стать вершиной его карьеры. Однако, работая над этим делом, он вдруг встречает достойного противника в лице эффектной и проницательной Сары Меллос, журналистки, ведущей колонку светских сплетен и следящей за каждым шагом Аллегры. Профессиональный холостяк Хитч внезапно обнаруживает, что по уши влюблен в Сару, которая, в свою очередь, близка к сенсационному открытию. Она только что вышла на след таинственного манхэттенского доктора Свата. Голая правда. Он восходящая звезда нового тель-шоу. Его жизненное кредо – секс, наркотики и рок-н-ролл. Он совсем не признает равенство полов, политкорректность и так далее. В общем, настоящий мачо. Любовь и прочие неприятности. Жених на прокат. 2011 года. Безбашенная Дарси и застенчивая Рэйчел дружат с детства. В университете Рэйчел знакомится с красавцем Дексом, вместе с ним готовится к экзаменам. Однако на вечеринке по поводу удачной сдачи девушка знакомит однокурсника со своей подругой, а Дарси сразу же приглашает Декса на свидание. Проходит 6 лет. Во время вечеринки в честь 30-летия Рэйчел Дарси объявляет о своей грядущей свадьбе с Дексом, но, будучи в сильном подпитии, уезжает домой раньше. Молодой человек отправляется проводить подругу невесты домой, и на следующее утро они просыпаются в одной постели. Война невест. Конец дружбы Эммы и Ли кладут их свадьбы, намеченные на один и тот же день. Никто не хочет уступать товарке и погулять сначала у нее, а потом закатить пир самой. Девушки начинают отчаянную конкуренцию за место проведения торжества, гостей и предоставляемые услуги, не желая ни в чем уступать сопернице. Друг невесты. Кит 2008 года. В класс к 17-летней Натали приходит новый ученик Кит Зеттерстром. Поначалу ничего, кроме раздражения, молодой человек в Натали не вызывает. К тому же он становится ее партнером по лабораторным работам. Постепенно девушка влюбляется, и Кит отвечает ей взаимностью. Но начавшимся отношениям может помешать темная тайна, которую скрывает Кит.
«Великий Гэтсби» 2013 года. Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Карауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками, миллионером Джеем Гэтсби. А на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и ее муж, повеса и аристократ Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!